вот сегодня здесь проходит главный розыгрыш сети «Буквоед». Я покупала книги просто как обычно, и мне выдали купон. А вот надо купоны бросить на розыгрыш туда. Ну, это интересно просто. Хотелось бы участвовать, что-нибудь выиграть. Хотят выиграть что-то интересно. Потому что купили в «Буквоеде». Ну, просто мне интересно, кто-то же выиграет. Будет приятно посмотреть на счастливчика. Я верю в свою удачу. Мы бы здесь не были, если не верили. Верю в удачу. Машина хорошая, квартира еще лучше. Сертификат на квартиру. Автомобиль. Ну, от Volkswagen я бы не отказалась. Квартиру. Машину. Машина есть, но квартира нужна. Квартиру. Квартиру, конечно. На один купон квартиру, а на второй автомобиль. Книжек читаю много. Какие мы читаем? Про Вторую мировую войну. Так. Большой выбор ассортимента. Так, книжки детские разные, литературы. За разнообразие и книг, и для творчества, и детской, и для взрослых. Это все интересно и приятно. То, что можно выбрать всегда подарок быстро и легко. И по хорошей цене. Здесь интересно и в то же время полезно. Потому что тут много книг, можно читать. С днем рождения, «Буквоед». Поздравляю с днем рождения, «Буквоед», для всех читателей и всех его покупателей. Процветание, как можно больше клиентов. Поздравляю с всей души, желаю процветания. Желаем ему дальнейшего процветания, чтобы также нас радовал новинками. Процветание, творческих успехов, всех глав. Творческих успехов, больше магазинов, расширить свою сеть по всей стране. С днем рождения, «Буквоед». Книги, сейчас покажу, да. То, что хотела, как, кстати. Это очень много, но неожиданно и очень приятно. «Буквоед», наверное, самая лучшая просто книжная сеть во всей России и Европе. Снюхай ее. Я всегда участвую в конкурсах и ничего не выигрываю, а тут что-то выиграла. Да, большое спасибо «Буквоеду», поздравляем его с днем рождения. Нам очень нравится этот магазин и особенно всякие вкусняшки. Квартира от компании ЛСР достается Вдовиченко Любовь Владимировна! Дочь у нас учится в медицинском, и ей нужны были учебники. Мы пошли покупали, и нам дали... Заголовок учесть! Машину ожидали, квартиру не ожидали. Первый раз в жизни что-то выиграла, поэтому это просто вообще супер, не верится.
Кравченко Александр Анатольевич. Меня пригласила дочка. Я даже сегодня не ожидал, но вот она мне отзвонилась, говорит, такое мероприятие проводится. Папа, давай примем участие. Ты, говорит, везучий. Ну, я так промолчал. Ну и, как оказалось, действительно, я везучий. Чувства меня переполняют. Очень рад компании «Буквоед», что она организовала этот замечательный праздник. Но, а от меня лично еще большое спасибо за то, что я все-таки выиграл.